Снова всем привет, с вами Лакмус и очередной эпизод дневников Lineage 2. К сожалению, этот эпизод оказался не таким, каким я рассчитывал его увидеть. Все потому, что сервер вот уже, наверное, четвертый или пятый день лежит в дауне. С чем это связано, понять сложно, потому что кроме сервера лежит также сайт и форум. Соответственно, никакой информации нет. То есть моя радость о запуске любимого сервера оказалась довольно преждевременной. Проблемы остались старые. Отсутствие администрации и, в общем-то, какого-либо прогресса. В связи с этим я выкладываю то, что успел записать за то время, пока удалось поиграть. Довольно скучно было, надо сказать. Я пошел в каты и манорил соло там нежить. Занятие-то весьма неблагодарное, но весьма прибыльное, потому что была, конечно, возможность у меня отправиться по РБ и быстро прокачаться, получить вторую профу, но я подумал, что гораздо важнее заработать немножко деньжат, потому что проходить вторую профу мне придется, скорее всего, тоже соло, клана я так и не нашел, и делать это вот в том отстойном шмоте, который вы видите сейчас на экране, довольно-таки проблематично, да и вообще, как бы, без копейки в кармане тоже не очень интересно играть. Мне удалось наманурить некоторое количество ресурсов, кое-что я продал, кое-что еще осталось. И надеялся я, что к 40 уровню я накоплю хотя бы на хомку. И возможно так и было бы, если бы не упал сервер. Также вы можете заметить, что сейчас я манурю в катах ЕГЭ. Это сомнительный выбор. Я знаю, что есть в Хардинс Академии мобы 38 уровня, нежить, довольно удобные для прокачки любого, в принципе, персонажа, в том числе моего, но я и хотел туда пойти, но, к сожалению, оказалось, что Геран не захвачен, и Манора там нет. Поэтому было принято решение остаться вот в этих катах и продолжить пока здесь. Ну а теперь я даже не знаю, что будет с сервером и с вот этим серией вот этих роликов. Может быть, если сервер поднимут, я продолжу выпускать, если нет, то, естественно, мы ничего больше не увидим. Есть у меня, конечно, аккаунт на Рофе, но там персонажи не прокачаны, и тоже соло прокачка или в два окна. Мне не хочется это записывать, и, собственно говоря, не хочется даже туда идти, потому что Роуф — это говнище полнейшее. Такой вот разочаровывающий сегодня эпизод. Надеюсь, что все-таки администрация появится, сервер поднимут, и я продолжу играть и выкладывать новые эпизоды дневников. На этом сегодня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока.